конечно же. Здравствуйте, большое спасибо, что вы сюда пришли. Вас много сегодня. Нам всегда нравится с большим количеством людей говорить. Давайте, как это, стандартный вопрос. Кто знает примерно, чем мы занимаемся, кто мы такие? Отлично. Для остальных, а кто был на наших лекциях в прошлом году или, может быть, вчера? Хотя я помню. Отлично. Смотрите, в общем, мы с ребятами сегодня представляем проект «Спасибо, Ева» и несколько параллельных проектов. То есть, грубо говоря, каждый из нас — это отдельный бренд, который что-то там пытается делать. У нас есть сайт «Спасибо, Ева». Это видеопортал, которому где-то, ну, чуть больше, в марте мы отметили один год. Если можно открыть его и показать. В рамках этого проекта мы периодически, я бы даже сказал, регулярно выкладываем очень клевые, смешные, интересные видео на самые разные темы. Они собирают какие-то бешеные просмотры в интернете, они все оригинальные, качественно сделанные. И сегодня в рамках нашей лекции мы вам расскажем, как мы дошли до жизни такой, зачем мы это делаем, почему вам, возможно, стоит это попробовать сделать. И здесь отличный интернет. Мы будем показывать видео, будем рассказывать, а потом будем отвечать на ваши вопросы. Наверное, то есть по ходу нашей беседы, если у вас появляются вопросы, вы их придержите, там, не знаю, на последние полчаса, минут 40, тогда мы на них все ответим с большой радостью. Вот это все. Юрий Дегтярев, Илья Прусикин и я. Да, похлопайте. Спасибо, что пришли, серьезно.